Торпедо удобная для меня команда. Когда мы с ней играли, когда я в Гомеле был, как бы большую часть игр мы выиграли. И вот с Батэ тоже в основном все игры выиграли. Тем более, что я забил в том году гол. Как бы постараюсь забить и в этом тоже. Рановато как бы. Только проснулся и даже не разминку, ничего, в основном сразу ехать на стадион. Приходится как делать, как телевидение сказал. Но, конечно, хотелось бы вечером играть больше. Команда хорошо сейчас набрала форму, как бы много забиваем. Будем стараться в Жодню забить как бы как можно больше. Легко, я надеюсь, так думаю, что не будет, как бы, но мы будем стараться делать все возможное, чтобы победить и с хорошим счетом. Как бы.